Второй за последние 7 суток снежный буран парализовал жизнь городов и поселков Среднего Запада США. В соседних друг с другом районах штатов Миссури и Канзас, а также в Техасе, сегодня остались без электроэнергии 40 тысяч жителей. Основная причина того, что линии электропередач выходят из строя – тяжелый снег, который оседает на них и обрывает провода. В Канзас-Сити объявлено чрезвычайное положение, так как настоящая полярная вьюга принесла до 30 сантиметров снега в дополнение к такому же количеству, выпавшему несколькими днями ранее. Метель на улицах не позволяет водителям сесть за руль из-за нулевой видимости. За минувшие сутки снегопад стал также причиной гибели еще 2 человек. Один стал жертвой автомобильной аварии в Канзасе, другой погиб в Оклахоме, когда на него упала крыша дома, которая не выдержала тяжести снега. Международный аэропорт Канзас-Сити закрыт, все рейсы отменены, школы и госучреждения не работают, большинство бизнесов тоже.